Друзья, привет всем! Сегодня будет очень сильное видео, может именно оно и изменит вашу жизнь. Я расскажу об одной метафоре, которая управляет всей вашей жизнью. Вернее, об одном слове. Есть одно слово, которое управляет всей вашей жизнью. Если хотите узнать, что это за слово, обязательно досмотрите это видео до конца. Погнали! Итак, я вам задам вопрос. Что для вас значит жизнь? Жизнь — это... Вот что для вас жизнь? Жизнь — это борьба, жизнь — это игра, жизнь — это испытание. Что для вас жизнь? То одно слово, которое вы для себя выберете и будет определять вашу жизнь. Все, ребята, все настолько просто. Для меня жизнь — это наслаждение. Я вам уже говорил, все, чем мы занимаемся, это для того, чтобы почувствовать себя счастливым человеком. Для того, чтобы почувствовать наслаждение. Все деньги, все там машины, недвижимость, путешествия для того, чтобы испытывать счастье, для того, чтобы наслаждаться этой жизнью. Если бы я вам, например, сказал, вот вам миллиард долларов, но вы до конца жизни должны каждый день проводить в одном месте там по 10 часов, и вы ни разу не сможете там путешествовать. Нахрена вам такой миллиард долларов? Если вы говорите, что жизнь — это борьба, что жизнь — это боль, что жизнь — это испытание, такое и будет ваша жизнь. Вы подсознательно ищете подтверждение этому, понимаете? Жизнь — борьба, я должен быть лучше всех. Если не я, значит меня. Вот как вы относитесь к жизни. И ваша жизнь будет все время тяжелой. Ваша жизнь будет все время каким-то испытанием. Потому что вот эта метафора, она влияет абсолютно на все. На все. На ваше решение, на ваше мышление, на ваше душевное состояние, абсолютно на все. И вот если вы говорите, что жизнь — это испытание, вы подсознательно понимаете, что испытание должно быть тяжелым. Все, это борьба, мне нужно бороться, чтобы выжить. И вам всегда будет тяжело, всегда. Если вы говорите, что жизнь — игра, значит вы на подсознании уже осознаете, что вы можете проиграть, вам нужно победить, вам нужно быть всегда первым, что мир — это суровое место, здесь нужно бороться, такой и будет ваша жизнь. Я давно от такой концепции отказался. Для меня жизнь — это наслаждение, жизнь — это любовь, жизнь — это обучение чему-то новому. Поэтому моя жизнь такая. У каждого из нас, да, есть друзья, которые все время в проблемах, которые все время с кем-то в каких-то терках. Они все время дерутся на улицах, они записались в спортзал, там, на бокс, на борьбу, в качалку. Они вечно хотят быть сильнее остальных, и они вечно с кем-то попадают в какие-то неприятности. Они находят проблемы там, где этих проблем нет. И у них всегда какие-то проблемы. Они вечно с кем-то дерутся. И эти люди всегда будут находить вот эти вот проблемы на свою голову. Все, для них жизнь — это борьба. Есть люди, которые слишком серьезно ко всему относятся. Я верчусь как белка в колесе, у меня одни проблемы. Я там все тяну на своих плечах. Зачем? Зачем это все делать? Ты не понимаешь, какое наслаждение. Жизнь — это боль. Чтобы заработать деньги, нужно ЕБШ, да, как говорит Черняк. Вот я такой концепции не придерживаюсь. ЕБШ, нужно ебашить. Нахрена ебашить? Можно наслаждаться. И знаете, в чем парадокс? Люди, которые говорят, что мир — это суровое место, нужно вкалывать, нужно бороться. Они правы, так и есть. Они правы, такой они сделали для себя жизнь. Но если я говорю, что жизнь — это наслаждение, возможности, удовольствие, я тоже буду прав. Мне люди могут сказать, да нет, ты не прав, знаешь, как мне тяжело. Чтобы добиться успеха, нужно тяжело работать. Многие там спикеры могут мне сказать, Евгений Черняк мне это может сказать. И он будет абсолютно прав. Он другого мышления, у него другое воспитание, он прав. Он добивался успеха таким путем, он добился успеха, он прав. Но я придерживаюсь другой точки зрения, понимаете? И я тоже буду прав. Когда вы смотрите интервью с миллионерами, есть миллионеры нового поколения и старого поколения. Миллионеры нового поколения, они с позитивом относятся ко всему. Они ищут везде возможности. Они говорят, что у нас есть шанс, мы можем стать лучше. А вот миллионеры старого поколения, типа там Черняка, еще там таких
дядек, да, из 90-х, они говорят, что мир это суровое место. Нужно мочить конкурентов, говорит Черняк. Нужно ебашить, чтобы преуспеть. И все правы, все правы. Но если вы будете говорить, что жизнь борьба, что нужно всех мочить, если не я, значит меня, вы всегда будете в этом стрессе, вы всегда будете в этой борьбе, да, и вы сможете с легкостью проиграть, вы будете переживать, вы будете думать, что все против вас. Я считаю, что это вот ложное убеждение, можно абсолютно по-другому относиться. И если ты связываешь свою жизнь с болью, с борьбой, ты всегда будешь получать эту боль, эту борьбу. Если ты связываешь свою жизнь с наслаждением, ты всегда будешь получать наслаждение, удовольствие. И многие опять же мне могут сказать, да как так, посмотри на жизнь реально, да, что в твоей жизни нету всяких неприятностей, каких-то неудач, конечно же есть. Они есть у всех, но я по-другому к этому отношусь. Если по моей концепции, что жизнь наслаждение, да, со мной произошла какая-то неудача, там, например, я потерял деньги, да, или меня кинули на деньги, какой я из этого извлекаю урок? Если я потерял деньги, значит, я нашел еще один способ, как можно просрать свои бабки. Я извлек пользу из этого, извлек опыт, и двигаюсь дальше. Если человек с концепцией борьбы потерял деньги, так, мне нужно отомстить, все, я сейчас всех сделаю, ага, ты меня так, значит я тебя так. Этот человек находится в состоянии атаки, да? Все, он уже мыслит в своем ключе, этим самым он закрывает для себя возможности. Он закрывает новые пути решения этой проблемы. Ребята, когда я вот начинал двигаться к успеху, это вот начало, например, студенческих времен, да, в школьные времена, я слушал рэп, да, и в этой музыке был сплошной негатив, да, что жизнь борьба, там, если не я, значит меня, вот, и я на этом воспитывался. И вот, когда мне эта боль надоела, я себе сказал, какого хрена? Какого хрена жизнь это боль? Какого хрена жизнь это страдание? Какого хрена нужно ебашить? Я не хочу ебашить. Я хочу заниматься любовью, понимаете? Потому что, смотрите, если вы говорите, что нужно вкалывать, нужно бороться, нужно ебашить, что сразу вам приходит на ум? Для меня ебашить, да, это на заводе. Это грузчиком, это, не знаю, под палящим солнцем класть кирпич, там, 10 часов. Вот. Но наслаждаться жизнью, заниматься любимым делом, для меня это там лежать на острове, попивать коктейль, там с ноутбуком что-то делать. И я для себя начал искать возможности, как можно заниматься любимым делом и кайфовать от этого. Зачем мне ебашить? И я подумал, так, если я буду там работать на кого-то, на дядю, если я буду работать на заводе, мне нужно будет вкалывать, да. Так, какая есть работа, где я бы мог там отдыхать, путешествовать, где я мог бы быть не привязан к месту. Так, это работа в интернете, понимаете, я уже мыслил в другом ключе. Так, можно зарабатывать деньги с ноутбука и при этом наслаждаться жизнью. Мой путь был сложным, я плакал, я сутками сидел за тем ноутбуком, я работал, можно сказать, больше, чем все. Я очень много сидел за ноутбуком. Но я не могу сказать, что я ебашил. Я наслаждался этим, мне нравилось. Я хотел этим заниматься. Поэтому для меня вот дни, часы летели вообще налегке. Я не сидел и не думал, так, нужно поскорее закончить с этим. Нет, я кайфовал от этого. Я сидел и наслаждался. Да, было тяжело. Но я не могу сказать, что я вкалывал. И вот когда я себе сказал, что можно наслаждаться жизнью и заниматься любимым делом, когда я себе сказал, что жизнь – это удовольствие, что жизнь – это наслаждение, я начал во всем это наслаждение видеть, понимаете? Я красоту начал видеть во всем, даже в самом плохом. В самых плохих ситуациях я начал искать возможности. Потому что позитивное мышление, да, это не говорит, что все хорошо, все хорошо, все хорошо, а на самом деле это не так, а все плохо, да? Позитивное мышление – это искать все самое хорошее, когда на самом деле это не так, когда на самом деле плохо. Вот позитивное мышление. И вот недавно мы гуляли с другом по Киеву.
Я шел и говорил: блин, смотри, как красиво, блин, какие красивые фонтаны, блин, какие красивые деревья, посмотри на это небо, блин, какой у него классный цвет. Я реально начал кайфовать от всего. И говорю другу: блин, почему люди это не замечают? Почему я раньше это не замечал? А друг мне говорит: людям не до этого. У людей проблемы. И здесь я осознал, что если вы будете говорить: у меня проблемы, у меня нет на это времени, перестань заниматься херней, нужно работать, вы всегда будете в этих проблемах. Неужели у вас нету 2 минут, да, чтобы остановиться и сказать: блин, как вокруг красиво, даже если это не так? Неужели у вас нету там 2 минут просто остановиться и задуматься? Если вы говорите: у меня все время проблемы, и мне нужно все время уделять этим проблемам, чтобы их решить, а ты мне здесь несешь какую-то херню о наслаждении, вы так никогда не решите эти проблемы, если вы будете им уделять время. Вы решите проблемы, если вы будете уделять время возможностям. Если вы не будете концентрироваться на проблеме, а будете концентрироваться на поиске решения, вот тогда вы что-то будете решать. Если вы будете концентрироваться на хорошем, что в этой проблеме хорошего? Какую я пользу могу из этой проблемы извлечь? Вот тогда вы будете жить по-другому, вот тогда вы изменитесь. Но если вы будете все время в борьбе, вы будете все время в стрессе, жизнь — это борьба, мир — это суровое место, у меня проблемы, у меня на это нет времени, вы себя закапываете, закапываете. И если вы говорите, что мне не нужны эти семинары, зачем тратить время на книги, я лучше пойду работать, я лучше заработаю, зачем мне тратить время на всякую херню, у меня и так его нет, вы никогда не преуспеете. Я сейчас на это трачу очень много времени. И почему я тогда зарабатываю больше остальных? Ну что за парадокс, да? Я больше хожу на семинары, я больше уделяю время чтению, там, медитациям, мантрам. И я буду все больше и больше зарабатывать, потому что я прокачиваю свой мозг. Понимаете? Я буду видеть новые возможности. Чем больше я узнаю, тем я буду находить новые решения. А если люди не хотят вообще развиваться, они говорят: я лучше поработаю. Да, ты заработаешь больше, чем когда я прочту книгу, к примеру. Но в краткосрочной перспективе. Потом, через 5 лет, я уже буду выше тебя, а ты все время также будешь уделять работе. Думаешь, что если ты не будешь тратить время на книги, ты больше заработаешь. Я об этом запишу отдельное видео. И вот если вы не будете находить даже минутки на наслаждение, на благодарность, на там прочтение одной статьи, вы погрязнете в этих проблемах. Эти проблемы вас съедят. Задумайтесь над этим. Люди всегда придумывают себе проблемы. Почему бы не придумать себе счастье? Так что, друзья, задайте себе вопрос: что для вас жизнь? Как вы на этот вопрос ответите, такой и будет ваша жизнь. Джек Ма сказал: я пришел в этот мир, чтобы наслаждаться, а не работать, да? Я не хочу умереть в офисе, я хочу умереть на пляже с красивым видом. Если для вас жизнь борьба, а мир — это суровое место, вы просто по-другому не сможете взглянуть на эту жизнь. С точки зрения там наслаждения. Вы будете мыслить только вот в своем ключе. На завтраке с Оскаром Хартманом женщина задала ему вопрос: Оскар, что мне делать? У меня там отжимают бизнес. А Оскар ей говорит: а ты как работаешь, в черную или в белую? Ну в черную, конечно же, по-другому же никак. Оскар говорит: ты ответил на свой вопрос. Если ты работаешь в черную, ты потенциальный клиент, да, для ребят, которые хотят у тебя отжать бизнес. Конечно же, у тебя будут его отжимать. А как ты хотела? Деньги там идут нелегально, бизнес черный. И, конечно же, ребята захотят, да, лакомый кусочек от этого бизнеса. Но если ты будешь работать там в белую, если все будет легально, к тебе уже не смогут вот так вот просто взять, прийти и отжать, понимаешь? И вот эта женщина, она не хотела взглянуть на свой бизнес с другой стороны. Она говорит: да как так, ты, Оскар, не понимаешь. Я могу зарабатывать только в черную. Если я буду делать в белую, у меня ничего не получится. Все возможно, ребята, все возможно. Это с каким отношением вы идете по жизни играет роль. Вот и все. И опять же, самое интересное в этом то, что эта женщина реально права. Она права, по-другому нельзя. Все, она для себя поставила рамки. По-другому никак. Я могу только так,
и мне нужно бороться с этими всеми там ребятами. Но если бы она по-другому к этому относилась, она, возможно, бы нашла другие решения. Но она права, вот она реально права, да, по-другому никак, она для себя сказала, и так оно и будет. Есть замечательная цитата. Жизнь – это процесс создания картины, а не стремление поскорее ее закончить. Если вы поскорее что-то хотите закончить, это страдание. А процесс создания – это любовь, понимаете? Объясню так. Если вы там сидите на работе и говорите, ну, поскорее бы закончить там мою работу, ой, еще 2 часа осталось, поскорее бы закончить, уйти там домой и отдохнуть. Как вы относитесь к работе? Как к страданию, да? Вы по-другому просто не знаете как. И вы правы, работа для вас это страдание. Поскорее бы с ней закончить все и уйти. Но когда я работаю, я не работаю, да, я занимаюсь любовью, когда я там пишу сценарий, там могу писать его 2 дня, 3 дня вот писал сценарий Киосаки. Я занимался любовью. Так, можно так сделать, можно по-другому сделать. Я сидел над каждой буквой, над каждым словом. Я там сидел по 10 часов. И я не чувствовал этого времени, понимаете? Потому что я наслаждался этим. Мне это нравится. Когда я сижу там монтирую видео, или когда я сижу там торгую, мне это нравится. Я наслаждаюсь этим. Я не хочу вот поскорее закончить видео. Так, мне нужно поскорее его закончить, я уже хочу пойти отдохнуть. Нет, мне это нравится. Поэтому для меня работа это наслаждение. И я не чувствую этой работы. И вот тогда к вам придут большие деньги. А когда вы будете говорить, нужно вкалывать, ой, это боль, это страдание, нужно через эту боль пройти, чтобы быть на вершине, тогда вам это будет тяжело даваться. Да, вы тоже будете добиваться успеха, но нужно от этого получать удовольствие, кайфовать. Вот тогда вы не будете замечать этого времени. И вот сейчас, когда я записываю видео, я от этого кайфую, да мне это нравится. Я вот на семинарах послушал всяких блогеров, ой, знали бы вы, какой это труд. Да, это огромный труд. Но из-за того, что мне нравится, я не считаю, что это огромный труд. Я считаю, что это удовольствие, это любовь. И если какой-то блогер говорит, я через боль беру эту камеру, иду для вас снимаю, а вы такие неблагодарные, мне так это тяжело, но я знаю, я должен. Я уже не хочу этим заниматься, но я знаю, что надо, это надо, надо, все. Чувак, заканчивай с этим. Если ты от этого уже не кайфуешь, если тебе это не приносит радости, все, закругляйся. И подписчики сразу это увидят, если человек от этого кайфует, и если он делает это через боль. Я от этого кайфую, поэтому я такой эмоциональный, да, поэтому я кричу, поэтому я так себя веду, блин, да потому что мне это нравится, ребята, нравится, и все. Я рассказываю о своей жизни, я ничего не придумываю, я рассказываю то, как я живу. Я не прочел что-то там где-то, я этим не пользуюсь, но мне нужно записать новый ролик, да, и об этом вам рассказать. Нет, все, что есть на моем канале, это моя жизнь. Это мое мышление, это мое мировоззрение, это мое отношение к жизни. И я просто этим с вами делюсь. Ну что, друзья, на этом я с вами буду прощаться. Измените одно слово. Если вы измените одно слово, изменится отношение. Если изменится отношение, вы будете находить новые возможности. А эти возможности изменят вашу жизнь. Вот и все. Огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку, за понимание. Я надеюсь, это видео для вас было очень полезным. И вы сделали для себя определенные выводы. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там каждую неделю денежные розыгрыши. Ссылка в описании. Также там много пользы, мотивации. Также подписывайтесь на все мои полезные каналы. У меня только полезные каналы. Канал с книгами, канал по мотивации, канал по заработку. Все ссылки в описании. И, конечно же, подписывайтесь на основной канал Инстардинг. Нас уже 300 тысяч. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. И обязательно, обязательно, обязательно поделитесь этим видео с друзьями и поставьте лайк. Всем пока!